16 тысяч человек в Краснодаре прошли колонной с лампадами в руках по улице Красной до мемориала у Вечного огня. Вместе с горожанами в акции участвовали глава региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Также к памятному шествию присоединились вице-губернаторы, мэр Краснодара и представители силовых структур. Собравшиеся возложили цветы и лампады к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания. На войну ушел каждый пятый житель Кубани. 78 лет назад, таким же ранним утром 22 июня 1941 года, когда безмятежно спала советская страна, фашистская Германия напала на нашу родину. Тысячи наших земляков в первые месяцы войны ушли на фронт. Ушли, чтобы защищать свою землю, свою страну, ушли и не вернулись. Мы сегодня зажигаем свечи. Свечи в память о тех, кто не вернулся с полей войны. В память о тех, кто был расстрелян и замучен в лагерях. В память о тех, кто ковал победу в тылу. В память о тех, кто умер после ран, после войны. И в память о тех, кто восстанавливал наш разрушенный Краснодар, Кубань и нашу великую родину. Память о них. Вечная слава героям-освободителям и вечная память народу-победителю. Пока мы живы, пока будут жить поколение за поколением этого великого народа, будут жить и они, те, кто принес мир и дал возможность нам жить на своей земле. В этот день у Вечного огня мы склоняем головы перед памятью советского народа, народа-победителя. Мы говорим слова благодарности за мир на нашей земле. Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов. Мы помним тем, кто в тылу своей работы приближал этот День Победы. Война забрала бесконечное множество жизней и сломала миллионы судеб. Почти 500 тысяч жителей края не вернулись с фронта. В память о них на площади павших героев краснодарцы выложили зажженными свечами слово «Помним».